Военный Ленинград на экране смартфона. Администрация Калининского района планирует разработать приложение, которое поможет жителям лучше узнать родные места. Идея проекта – объединить в мобильном приложении исторические места района, школьные и производственные музеи. Их можно будет увидеть на интерактивной карте. Причем пользователи смогут прокладывать маршруты сами или идти уже по разработанным. Авторы планируют создать несколько вариантов прогулок для разного возраста с информацией, фотографиями и аудиосопровождением. В первую очередь создатели ориентируются на школьников и педагогов, которым ресурс поможет в подготовке к урокам мужества и краеведения. Проект презентовали на заседании общественного совета. Мы повысим таким образом историческую образованность молодежи, каким-то образом предложим им инструмент, с помощью которого они смогут взаимодействовать с историей своего города. Пользователи смогут включать туда свои истории, например, о своих родственниках, живших здесь во время Великой Отечественной. Несмотря на то, что проект называется «Военный Ленинград», он будет охватывать более широкий период – с 1937 по 1947 год. Впрочем, Вторая мировая – не единственная война, которую обсудили на заседании Совета. Затронули также проблему памятного знака примирения возле 138-й школы. Он посвящен войне гражданской. Муниципалы хотят перенести его с того места, где он сейчас находится, в Любашинский сад. Мотивируют тем, что он зажат в тиски двух заборов. Депутаты Заксобрания идею поддержали. Он сейчас не очень выглядит благовидно, потому что он зарастает. И я понимаю, что и сложности будут с переносом с каким-то, потому что это тяжелый камень, он большой, его трудно будет перенести. Но вот я выношу на ваше такое какое-то решение, может быть, оно будет не сегодня. Получит ли знак статус памятника – вопрос. Фактически это означает то, что за ним некому ухаживать. Поэтому представители 138-й школы с предложением не согласились. По их словам, примирению будет уютнее на территории учреждения. Там о нем смогут позаботиться школьники. В итоге на собрании договорились создать рабочую группу, которая еще раз взвесит все «за» и «против» и вынесет свой вердикт в течение месяца.